В Усть-Каменогорске ученые осваивают новые методы создания медицинских имплантов в лаборатории при университете. Изделие из высококачественного титана – уникальный пример научных достижений с использованием новейших технологий и разработок в области медицины. А теперь и в стоматологии можно будет использовать импланты отечественного производства. По словам разработчиков, проект стартовал в 2017 году. Университет работал в этом направлении совместно с крупнейшим металлургическим предприятием Казахстана и научно-исследовательским университетом травматологии и ортопедии. Также разработчики отмечают, что импланты, которые изготавливаются у нас, используются не только в травматологии, но также и в стоматологии. Кроме травматологии и ортопедии, мы оказываем услуги по изготовлению каркасов и титановых балок для стоматологии, для зубтехников. Зубтехники города и в целом страны обращаются к нам, скидывают готовые STL-модели конкретного пациента. Мы на своем оборудовании, на 3D-принтере из титанового порошка печатаем вот такие вот изделия. Вот это у нас называется балка на 6 опорах. То есть в костную ткань вкручиваются импланты, далее на имплант надевается вот эта балка, и зубтехники после покрывают керамикой. В лаборатории вуза работают 14 человек. Большинство сотрудников здесь – молодые магистранты и докторанты. Работаем с готовыми изделиями от стоматологов, то есть стоматологи присылают нам готовые файлы, и мы уже их подготавливаем для 3D-печати. Идет слайсинг и расстановка поддержек для печати. И уже идет загрузка 3D-принтера порошком необходимым, его инертизация и подготовка программы. На данный момент в проекте совместно с Национальным центром травматологии разрабатываются новые 5 видов имплантов. Совместно с ними реализуем разработку и изготовление новых 5 видов имплантов. Это пластина для ключицы, это пластина для тазовой кости, это пластина деротационная для бедренной кости, это пластина дистанцирующая и межтелевой кетч при переломах и травмах позвоночника. На сегодняшний день заметен значительный прогресс в развитии медицинского проекта. В связи с этим в будущем планируется открытие медицинского технопарка. Эта инициатива придаст огромный импульс науке Казахстана. Дильназ Мурзагалиева, Фатимат Алиханқызы, Мейір Асхатұлы, Алтай, Ақпарат.